Здравствуйте, дорогие товарищи! Сегодня попытаемся поиграть в Strange Brigade. В общем, я так понимаю, что история этого проекта происходит от Sniper Elite, который превратился в зомби-армию. Зомби-армия вышла там три части параллельно Sniper Elite. Потом превратилась в отдельную франшизу, и они сделали зомби-армию 4. Абсолютно там не настолько завязанным на снайперы элитовские механики. И вот, наконец, они вышли отдельным продуктом, который ни на что не завязан, только на механике, собственно, вот это вот от третьего лица кооперативка и стрельба по зомбям, или что там у нас будет, с продуктом под названием Strange Brigade. Лично я ожидаю от этой игры что-то вроде World War Z, там какой-нибудь Outriders или что-нибудь в этом роде. Ну, в общем, веселого кооперативного месива. Посмотрим, так ли оно на самом деле. Так, что у нас тут показывается? Друзья, 4 в этом самом. Дополнительно сейчас посмотрим. Карьерная статистика. Тест производительности давайте глянем. Все ли хорошо? Я все поставил на ультру, но чтобы было что уменьшать. И HDR еще. Не знаю, HDR хорошо или плохо. Разберемся. Средний FPS 57. Нормально. Компания. Давайте. Собственно, компания. Настройки персонажа. Посмотрим, что у нас. Ну, симпатяшка, конечно. Ага. Конечно. Ну давайте вот это вот, товарищи. Oho, looking over the loadout, eh? Well, it does pay to be prepared. Yeah, indeed. Так, ну, классика жанра. Что у нас тут есть? Снарядить. Я не доверяю люгерам. Граната, липучка, коктейль молотова. Это классика. Что это за хрень? Непонятно. Непонятно. А посмотрим. Биография. Была убита по его вине. Именитый. Так. Де Куинси, именитый археолог и ученый. Его страсть, тайны древнего прошлого. Одна такая трагедия. Короче, бла-бла-бла. То есть, я не думаю, что здесь... Профессор Де Куинси, академик at arms. Просто весь такой обвешанный, абсолютно весь. Ну давайте попробуем. Попробуем, чем мы здесь сидим. The Strange Brigade on their way to Devil Knows Where at the start of yet another thrilling yarn of death-defying Deading Do. Egypt again, eh? No rest for the wicked. Evil never rests, so nor can we. Just as long as it goes better than that mess at Patagonia. Patagonia, eh? How intriguing. I wonder what... Hush, Alia. Here's your ladyship.
Thank you, Gracie. Yes. Egypt again, Professor De Quincey. And this is why. Egypt, land of ancient secrets and mummified mysteries. Veronica Brownridge, some of you probably owe your lives to the valuable undercover work she does for the department. Veronica, an invaluable contributor to the brigade's efforts. Her last assignment was to join the dig expedition of Sir Edgar Harbin, a wealthy amateur Egyptologist searching for the legendary tomb of Setteki. Setteki? That black-hearted fiend? Yes. The infamous Witch Queen of ancient Egypt. Her final resting place has been lost for millennia. Miss Brownridge's task was to ensure it remained so, but her last communication indicated that Harbin had found the tomb and was about to open it. We haven't heard from her since, and must now fear the worst. Oh dear, oh dear. Prepare yourselves, Brigade. Secure the dig site and find the tomb. If Harbin has indeed opened it and freed the thing imprisoned inside, then who knows what horrors you will soon be facing. Ooh-hoo-hoo. A lucky brigade agent missing! And some damn fool possibly setting free an ancient evil! Time to call on the services of the Strange Brigade! Ну, конечно, стилизация тут так себе под это самое. Но, блин, Rebellion уже давно не тот Rebellion, который делали. Потому что никогда и не были, на самом деле. Просто в 98-м году совершенно другое качество игр было. Вот. Начали. Понеслась. Хо-хо! What thrilling tales and awe-inspiring adventures await our heroes today! Давайте посмотрим. Tally-ho, Brigade! There's work here to be done. I've read this chap Harbin's work. А чё я тут один? Ой. Just our luck to have to clear. Это чё? Я на shift. Подожди. Taking a bit of a breather, I see. Yeah, indeed. Управление. Связывание клавиш. Посмотреть. Нет. Хочешь эти консольщики, блин. Идти, уклониться. А можно на shift? Непонятно, подожди. Стрелять, собирать души. Что? Что? Перезарядка F, атака амулетом E, огонь. Без прицела. Основное 1, 2, 3. Ага. Взаимодействовать. Чё? Атака амулета. Можно наоборот Q туда, а это сюда. Позвать на помощь. Таб. Бросить зелье. Господи. Рулон влево, рулон вправо. А, я понял, это фоторежим. Так, ТВ. Текстовый чат. Голосовой чат. Ну да. Обычно Enter всякий, нет? Нет, неинтересно. Left, Alt. Ага, пробел. А Shift, почему оно... Бросить левый shift. Ну, что-то мне это не того. Не нравится. Не нравится идти. Применить. Левый shift. Да. Рукопашная атака. Атака. Блин. Сразу же нужно бросить. Ага, понятно. Бросить Г пускай будет. Г, гранейд. 5. Возрождение. Почему 5? Откуда 5? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 и 5. Вот так вот. Позвать на помощь. Ладно, все. Вроде норм. Бросить зелье. Чё было?
Ладно. Идет, блин. Blocked in already by wood, no less. Curses! Is this the end for our heroes? Подожди. Опции дисплея. Можно HDR убрать? Мне почему-то HDR не очень нравится. Так. Все-таки цветное, что пипец. Ah, success! Well played! Блин, бегает как фэггот. Анимации, ёпта. Ёкарный бабай. Bridge out! This awkward obstacle will have to be overcome some other way. Yes, it should be. Так. Oh, jolly good. A nice bit of reading. That's always fun. Magical moggies. What tantalizing treasures are they hiding? Чем с этими кошками делать? Нет, ничего. Nine lives won't save that beast. Правильная последовательность. Забавно. А, это какая-то фишечка такая. Кошки, все дела. Вот, я понял. Блин, ну конечно, движение у него такое себе. Фэггот фэгготом. Spoils of victory. Это, наверное, еще такая анимация, типа в стиле этих забавных мультиков. Так, опции управления. Мне все равно не нравится, как оно тут. Управление настроить. Мне не нравится. Вот какая штука, что. Это я на Е. Так, а так амулетом будет. Блин, и вот это тоже мне не нравится. Q. Да, что там бросить Г, да? Угу. Wood, the ancient nemesis of all adventurers. How will our heroes ever hope to bypass such a thing? Huzzah! Onwards, strange brigade. There's adventure to be had. Ага. Просто текстура движущаяся. Ну, не важно. Это не важно. Нам геймплей важен. Oh my! What's this? Lord, nefarious necromancy! What horrific hocus pocus summons these cadaverous creations back to loathsome life? Cadavers with cognition. What has Harbin stumbled upon here? Очень не нравится, как он передвигается. Это просто капец какой-то. По-моему, как раз-таки в четвертой части зомби-армии
там началась вот эта вот фишка с заигрыванием с кинематографом таким вот. С B-movie. Ну, не B-movie, как это правильно называется? Потому что я сейчас... Где эта котяка? I had a cat once. Once. Ай, как это правильно называется? Блин, как это Grindhouse? С Grindhouse'ом. А тут они решили вот такой вот а-ля мумия, не знаю, там, сериалы какие-то сделать. Что, мне нравится? Но, блин, вот эти вот резкие движения, как они лезут. What's this? Treasure trapped behind iron bars? Surely our heroes can liberate it if they look for another way in. Liberate it. Hello, that looks rather interesting. A locked gate, an abandoned camp, the plot thickens. Хорош трындеть. Ключ с корабей, да? Какое-то собирательство. In for a penny, in for a pound. Well spotted. Yes, looks like you're on the right. Huzzah! Success. Good show. Blades of glory. I can think of a few good uses for these razor-sharp rotaries. Keep rolling, brigade. What? Стрельба от третьего лица с воротами не настолько дженерик выглядит. И в этой игре, наверное, даже хорошо. Например, Alliance Colonial Marines, чё-то мне вообще никак. Я пытался полюбить эту хрень, but no. What's this then? It's locked. What a bother. А. Какая хрень, а? Just the thing I need. Как это работает?
Так, ребята. Извините. Caged dead chaps. There's something you won't see at Regent's Park Zoo. What magical munitions have you unearthed here, then? Magical munition, yes. Магическая хрень, магическая хрень. Побежали, 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 побежали. Пока что... Нет, как-то что-то... Ammunition! А до этого не дадут, не дадите? I fear for our dear Miss Bramridge. If she escaped, it wasn't on one of those boats. Oh, amulet charged! Ну, у меня, в общем, такое ощущение, что если бы я поиграл в демку, я бы, наверное, не купил эту игру. Она по стилистике не очень там нравится. Но посмотрим, может быть... Может быть, сейчас я зайду в какую-нибудь быструю игру, кооперативную сессию, и получится что-нибудь интересное. This warrants further study. Бабло, баблище. Где, 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 где? Где котейка? Cats, beastly things. Что-то еще? Да, вижу. That log looks jolly useful. Ты бросил жопой?
not there, Strange Brigade. То есть мы ни хрена не археологи, мы стреляем по невероятным. I wonder what secrets this crafty little devil will unlock. По вероятным тем самым. Мы стреляем по вероятным археологическим ископаемым. Нормально так, хорошо. Так. Еще не только это было, правильно? Блин, ты бежишь как? Я не знаю. Крайне забавно. How much do you think this goes for down the jumble? One for the collection. Так или сяк, да? Один и тот же будет, то есть какую-то хрень мы нашли. Это прикольно, то что он ускоряется при продолжительном беге. Reloading. А, блин, загадку просрал. Обидно, обидно. Onwards, Brigade! There's murderous mysteries and sinister secrets to be uncovered here. Yes. Leaving so soon? Are you sure there isn't some valuable loot lying about? Hmm. Непонятно. Непонятно. Extra ammo. Good show. Crikey! Who the devil's throwing spears about? Oh no! Armored attackers! Watch out, Strange Brigade! Римские легионеры? By Jove! Someone certainly doesn't want our heroes reaching that dig site. Челлендж. Grenade away. Yep.
Амулетом сделано, да? What's this? Sinister sorcery blocking the way? Perhaps using your amulet will clear the way forward. Perhaps, perhaps. Just the thing I need. What paranormal padlock have our heroes managed to stumble upon here? This is quite the sinister development. And what's this? Yet more undead corpses rising to the occasion, and the blighters are wearing armor. How jolly unsporting of them. Так, сейчас не то пошло. Better than any bally old knighthood or gong. Wow.
one piece of unearthly evil destroyed. All thanks to the splendid efforts of the Strange Brigade. Mm-hmm. Two sugars for me, please. Yes, indeed. Управление, связывание клавиш. В эпиделе. 5. Почему 5? Почему не 4? Just what I needed. Вот тебе раз. More ammo? Excellent. Пойдем посмотрим дальше. Да-да. I need these in my new numismatic collection. Incoming enemies and a trap-laden archway. Think fast, brigade. Look out, chaps! Grenade! Ничего на свете лучше нету. Extra ammo. Good show. Reloading. Ай, было больно. Ну, как вы видите, это не кооператив. А-ля Left Touch, это скорее именно совместные пострелушки. Потому что я пока вижу, что единственная кооперативка, которая здесь может присутствовать, это то, что здесь станет настолько много монстров, так, блин, что придется как-то использовать дополнительную огневую мощь, но при умелом маневрировании и достаточном количестве. Our heroes arrive at the dig site, but yet there's still no sign of their quarry. You reached the camp? Excellent. Additional ammunition. We need to know if Harbin's found and opened that tomb. It doesn't look like anyone's left alive. That damn fool Harbin and his bumbling lust for glory. Yep. Но опять, да, продолжаем мысль о том, что при достаточном количестве огневой мощи она будет проходиться, а при но это вообще не обязует нас к. What cryptic conundrum has been stumbled upon here? Wasn't the answer? How disappointing. Я не понял, что вы хотели от меня. Там, может, какой-то. Фигня какая-то. Фигня. Ну, люди там жаловались, кстати, об этом тоже. Что с
одной стороны интересно, а с другой стороны херня. Money well spent, I should think. Watch out, Westminster's about. Ну, на эти загадки, пожалуй, да. Я, наверное, уже говорю и забываю то, что говорил. В процессе восприятия игры. Well, there's the lock, but how to get the key? Let's get looking, Brigade. Смотри-ка, у них вполне возможно что-то осталось. От снайпер литовских механик. Yes, just what I was after. А, то есть это дополнительная винтовка, она не работает тогда. И чё, чё, куда, что, где какой-то указатель, нет? More of these beggars popping up. Someone clearly doesn't want our heroes getting inside this tomb. Inside this tomb. Так, нам нужен какой-то ключ, правильно? Yes, huzzah! Well spotted. Не, а я ж в него стрелял уже. Yes, yes, this should do the trick. The ricochet rifle, a bonanza of bouncing bullets. Интересно, интересно. Another one. Надо найти. Пока ни хрена не понятно. Походу надо обратно возвращаться. Вот, сейчас мне не очень нравятся вот эти вот непонятные задания, что делать-то вообще надо. И это меня сильно смущает. Здравствуйте, я вас тоже. By Jove, I think you've cracked it. A little something for later. I need these for my new numismatic collection. Что, что, где, куда, куда, что, где, почему, зачем, как? Потому что я простой прибалтийский парень, я не так
не так быстро соображаю, как хотелось бы. Что вы от меня хотите? Ну, кроме того, что здесь позиция эта хрень. Key to success. Well found, brigade. Such lovely loot. Лут, да. Тык-т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 ык. Прикольно бежит, да? Я уже привык. Oh dear. Truly a somber moment for the brigade here. Poor Veronica's paid the ultimate price, it would seem. Yes. And oh dear. Miss Brownridge was such a joy to work with. She'll be greatly missed. Я даже не дотронулся, не надо тут. A paranormal puzzle, how peculiar. А, стрелять надо. Paranormal puzzle, да? Leave this to me. I'm reloading. That'll look splendid on my mantelpiece. Что бы это ни было. Так, что вы хотели? Так, это нам нужно. Нам наступить надо или пострелять в это надо? Каким-то образом я умудрился первую. Нет, надо, наверное, наступить все-таки. I say, how novel. Ну и чё? А, не. А, это другая. Historic find, but there's something wrong here. Кого-то нашли. Good Lord, the Queen of the Damned! Are our heroes too late? Oh my! Looks like the local wildlife found Harbin long before the brigade. How gruesome! By the Lord Harry, this can't be good. Indeed, indeed. Это она или он? Oh heavens! Это он. What long forgotten evil have our heroes stumbled upon here then? Will they even find out? Or will this terrifying tomb's residence prove to be too much for the Strange Brigade? Ooh. Стрёмно, стрёмно. Oh, I'll see to it that Harbin's name is mud in academic circles for this. Assuming we survive, of course. Да чё там не survive?
Гарри, ясно, чтобы не погасло там все дела. Reading. Oh, huzzah, what a treat. The simple quest to find Harbin reveals a dead horror from ancient times, awoken and set loose upon the world. Fear not, though. The Strange Brigade are on the case. Ну, он явно походочка такая пидорская. Этот персонаж выбрал, блин. Look how much lovely loot our heroes have liberated here. Ага. Да, я хочу вернуться в лобби. Вот это вот она. Nalangu Rushida, always ready for action. Oh, I say, you've enough gold to purchase new weaponry. How exciting! Давайте вот это вот снарядить. Снарядить, пускай будет. А здесь просто граната. А, то есть... То есть... Nalangu, the brigade's newest recruit. Подожди, настройки персонажа. У нас еще кто-то есть? Нет, никого нет. Многопользовательская игра, да. Не, подостоять, вернее. Выйти, да. Давайте, быстрый матч. Компания, да. Мне все равно, с кем. Готов? Что там? Пойдемте. Frank Fairburn, sharpshooter extraordinaire. Sharpshooter extraordinaire. Ну посмотрим, как она будет работать.
Returning to the cavernous candlelit cave, our heroes continue on their adventure. Многопользовательском режиме. No time for helping ourselves to an extra bit of loot. The final showdown in these cryptic caverns approaches, and the Brigade aren't the first ones to have tried to attack this site. Amazed, no doubt, through the mutant murderous mischief, how absolutely splendid. Пока непонятно, блин. Сейчас, подожди. Опция. Я не люблю, когда мне пытаются там чуть-чуть золота. Игра вот эта вот. Ладно. It'll take more than this to stop the strange brigade, we hope. No barrier can impede the brigade, well, except maybe ones powered by ancient cat magic. Что происходит? What's happening? Such agility! We're in. Good yarn, me. Что вы делаете? Что происходит? Ну, что-то без меня вообще абсолютно. Темно, все дела. А если HDR поставить? Дисплей. Loot, how lovely. A just reward for navigating those perilous passageways. Celebratory drinks back at the officer's mess. There's something about those statues that draws the eye, don't you think? Maybe the order is the important thing. Несколько хаотично. Бля. Excellent deduction. All that training paid off. Oh.
That'll come in useful, I wager. Setteki's magic stand up against some good old-fashioned cannon fire? Let's find out, I say. What? Again? No. I will not stand for this. Arise, my minions! Destroy them! All right, let's get started. Дали винтовку, винтовка никогда не работает так, как надо. Твой код такой забавный. Ну да. Задержка пипец. Как у него ноги забавно отваливаются. Time to bust out the big guns. Lovely stuff. The fully automatic Audley. Huzzah! How amazing! Arise and destroy these meddling mortals.
Avast, ye scurvy dogs! Let's be having you! Back again? This fellow's more persistent than my tailor and all his claims for unpaid bills. By Blackbeard's barnacles, I'll run you through yet. Cage is vulnerable. Quickly, Brigade, put an end to this paranormal piracy. Huzzah! No! Aha! Another soul cage destroyed. It'll take more than undead buccaneers and all the other scurvy servants of Sitteki to stop the Brigade. How much lovely loot our heroes have liberated here. Да. Что-то как-то... С одной стороны, интересно. Ну как, я даже не знаю. Шутерок на вечерок. Ну, очень-очень light-hearted, так сказать, и не знаю, насколько это может быть, насколько это будет долговременной игрушкой. То есть, например, как тот же GTFO, тот же этот Left 4 Dead, все эти, даже Back 4 Blood и WWZ, Мировая война Z, они как-то... Как-то лучше цепляли. Тут вот этот бестолковый беготня по карте в поисках правильных значков, оно как-то так... Скажем так, чем больше людей, тем меньше требуется этих интеллектуальных штучек. Потому что подумать это одно, а когда у тебя там куча людей, которые уже знают карту, и они все делают сами, без той... Ну, без необходимости пораскинуть мозгами, то это может быть очень фрустрирующим.
Вот как у меня сейчас такое впечатление. То есть на данный момент я пока вообще не понимаю, стоит ли, может, вернуть деньги. Как бы с одной стороны весело, с другой стороны... какая-то... как-то непонятно. Ну, в любом случае, вы видели все сами как-то, и мне думается, что мне надо сильно подумать о том, что делать с этой игрой, стоит ли продолжать с ней сотрудничать, образно говоря. Может быть, она когда-нибудь всплывет на Humble Bundle, и там уже получится ее добыть за гораздо, за еще меньшие деньги. В общем, что-то как-то так, вот. Я думал, что это будет что-то вроде игры, с которой можно будет еще раз поиграть с друзьями, но... Ну да, это выглядит как одиночная игра, размноженная на четырех, и нету здесь механик, которые бы сказали, что да, это действительно нечто, что заставит тебя... подключиться к другу и играть вместе с ним. То есть здесь вполне достаточно тех напарников, которых ты найдешь на просторах сети. И 4 это не цифра кооперации, это цифра просто лимит игроков на определенную определенную игру, да. 4 это цифра левел дизайна. Да, но как вы видели, тут все равно все стрельба, стрельба, стрельба. Никаких особых противников, никаких особых необходимостей для того, чтобы было именно такое количество. В общем-то, да, как бы... Я не знаю, это прогресс, не прогресс. Но, в общем-то, я вижу, что Rebellion развивает свою тему. Начатый Снайпер Элит, как я уже говорил, это зомби-армии, вот у нас Strange Brigade. Может быть, они когда-нибудь дойдут и до полноценной кооперативки, а не просто пострелушки вместе. Вот. С учетом того, что они когда-то сделали Alien vs Predator, что классический, что 2010 года, вот. Мне кажется, это какой-то регресс все-таки. Хотя 2010 года Alien vs Predator, оно тоже такое было. Спорное. Спорное в некотором смысле. Но об этом в другом обзоре. Как-то так, в другом разговоре. Ладно, я думаю, что на этом все. Я не буду тут больше сильно мучить никого. Уже и так 1:15 наговорили. Настреляли, посмотрели. Вот. Oh-ho, you've enough gold to buy something shiny and new here. Но, по крайней мере, эта игра выглядит честной. Она не за... не загромождена гриндом. То есть, как бы, я не вижу здесь особых таких вариантов, чтобы там сильно много нужно было проводить время. Это она выглядит такой точно так же, как и первые три зомби-армии, как спин-офф, который сделался там сторонней командой или там в легкую как-то так с легким сердцем. И из существующих ассетов, и как бы
как бы это даже честно. И поэтому даже есть легкое уважение к этой игре. В отличие там, например, от Alliance Fireteam Elite, которая там заявляется как ого-го, но на самом деле вот все гейм-механики, которые мы видим здесь, они, в общем-то, и там присутствуют, и все это такой дженерик. Дженерик, да. Это, наверное, интересно, когда в студии присутствует, накопилось достаточно ассетов, достаточно специалистов, чтобы там быстренько наклепать вполне себе играбельную игру. Не просто проект, который там прототип, а игра, которая играется и которую даже можно продавать, да? По крайней мере, мне Strange Brigade выглядит именно так. Ладушки, все, спасибо за то, что были со мной. Лайки, подписки, шары, комменты, донаты, все, что в ваших силах. И я надеюсь, что мы увидимся в этой, хотя вряд ли. Я еще буду думать, и вы тоже подумайте. Может, вам действительно, может, вам и понравилось то, что вы увидели. Или в какой-нибудь другой игре, что гораздо более вероятно. Так что на этом все. Спасибо. И пока-пока. Увидимся в другой раз.